Милая, когда приземлишься, может, мы типа возьмем тачку на прокат, сдадим детей родителям, а сами завалимся в гостиницу, закажем шампанского. Так точно, лейтенант. Тогда увидимся тут через полчаса. Канун Рождества. У вас тут копы вообще есть? Аэропортовские. Разыщи их. Международный аэропорт Вашингтона. Чего звонишь? Да так, неспокойно мне. Черт, обычно после этого страховые компании разоряются. Диспетчерская потеряла контроль. Посадка по приборам невозможна. Запасная система отказала. У нас метель. Видимость нулевая. Внимание всем, у нас экстренная ситуация. В воздухе паника. Это профессиональный наемник, а в самолете крупнейший наркобарон. Неужели 2+2 сложить не можете? Убирайтесь из моего кабинета, пока я не приказал выкинуть вас из аэропорта. Террористы на земле. Кто это? Кто я, неважно. Главное, что мне нужно. Опять мы по самые яйца в террористах, Джон. Но для офицера полиции Джона Маклейна... Черт, терпеть не могу, когда я прав. Это всего лишь еще одно Рождество. Ты оказался не в том месте и не в то время. Обычное дело. Мы выгадали часа два. После этого кончится топливо, и самолет не сможет кружить. Упадет на лужайку перед Белым домом. Все попытки запустить систему будут жестоко пресечены. Там кто-то есть! Это Маклейн! У самолета, в котором ваша жена, кончится топливо через 1.5 часа. Что ты хочешь сделать? Все, что смогу. Первый фильм. Размазал вас по задней стенке кинотеатра. Что такое, ковбой? Слишком жесткий заход? Не люблю летать. Тогда почему вы здесь? Проигрывать ненавижу. На этот раз... Вы улетите в небо. Случилось то, что вы ожидали? Нет. Это всего лишь начало. Со 2 июля 1990-го. «Крепкий орешек 2». В главной роли Брюс Уиллис.